финансовые клиенты. Ну и надо сказать, что некоторые банки выделяют еще вот этот промежуточный, средний класс, да? Но этот промежуток все время утончается в настоящее время. И у нас все остается только первая часть и вторая часть. Вот такой процесс происходит в настоящее время сейчас. Ну, первая категория клиентов обслуживается частным банком.